Так я тебя даже не снимаю. Вот как только я подхожу к ней, она кричит: ну не надо. Кстати, может... Это потому, что у тебя сиськи большие, поэтому. А может и не надо, кстати. А может. Мне понадобилось, Макс. Да не прячься ты. Это Анна. Анна пришла сегодня, чтобы доказать, что мы можем... просуществовать, блин, у меня опять эта пепельница мужская, блин, мы можем просуществовать без мужчин. Поэтому Анна замариновала мясо и сама разожгла вот там вот огонь и сказала: да будет мир, сказала Анна, и разожгла в саду огонь. Давай, точно. Это тоже Анна принесла. Между прочим, это помидоры и огурцы, которые Анна сама засолила. Я специально говорю много раз Анна, знаешь почему? Мне сделали замечание: ты что, типа, ее Анька называешь и Лену Ленка называешь? С тех пор я называю Ленку Елена Франсуаз, а Аньку Анна. Правильно сказала Анна. Я Анну не показываю, у нее слишком открытые декольте сегодня. Даже я в ту сторону особо не смотрю. А теперь раритет. Вот мы сейчас поговорили, значит, здесь даже доказательства есть, потому что здесь написано год. Значит, вот эти вот кроссовки запыленные я купила в очередной раз, когда решила заниматься спортом в спортзале. Найковские. Реклама Найку, кстати говоря. Купила их в 2007 году. То есть они... Ты 2006-го, да, года рождения? А они 2007-го. До сих пор живые и неубиваемые. Она тоже живая и неубиваемая. Вот они пыльные, но живые, понимаешь? Вот, наверное, я в них одену. Потому что у меня вот эти все, они, короче, им капец пришел позавчера. Но я продолжаю их носить по дому. Вот эти тоже классные, они легкие. Вообще прям, они не весят ни грамма. А у Аньки модные. У Анны, простите, модные. Вот это, которые... Ну, грязные. Ну, что, красивые из этого. Вот такие вот попросила у меня Тео. Я ему заказала, только через 3 недели должны прийти. Она их где-то нашла за 12 евро, а я за 30 лет. Места знать надо, да? Да. Да. Я знаю... Покажи декольте, пожалуйста. Дай. Между прочим, ты знаешь, да, что я пошла на обучение, и в этом обучении очень нужны женщины на секьюрити постах. Знаешь, зачем? Трогать женщин. Вот. Если, например, я заподозрю, что ты в груди прячешь что-нибудь, я имею полное право тебя потрогать. У меня на это лицензия будет. 10 можно марта. Можно трогать за грудь. Да? У вас там что-то есть. Да. Ты знаешь о моей новой работе? Нет, еще сейчас расскажу. Коллекцию мясных обрезков она сделала. Я смотрю. Это ты боишься, что тебе не достанется, да? Аня, смотри, какую она коллекцию красивую сделала у меня здесь. Елена Франсуа. Ну не прячь, рукам, смотри, у тебя будут грязные потом ручки, дочь. Помидоры. Жалко, камера не передает вкус помидоров. Если бы вы знали, что Аня сделала с этими помидорами, вы бы от зависти подавились шкуркой. Не, правда, очень вкусные. Пойду в карьеры. Ну, в смысле, сейчас. Я просто они так капают. И я для того, чтобы не... Привет, Джеймс. Не обгадить все вокруг. Я хожу в карьеры, в пустыню. Вот здесь вот становлюсь и ем. Пусть капает на траву. Анька здесь, между прочим, не Анька, а Анна, уже вон что сделала, смотрите. Курочка здесь тушится потихонечку. Она ее в кунжуте сделала. Вот. Все, покажу, значит. Вот. Аня купила машину, которая делает... Ань, как называется твоя машина? Сушилка, да? Дегидратор. Сама ты такая. Дегидратор, говорит, она называется. В общем, она в этой... Дегидраторе. В этом тогда дегидраторе дегидрирует... Дегидрировала, да не выдегидрировала. Овощи и фрукты, и грибы, да, и мясо еще. Ну, короче, куча всего. И вот она мне притащила целый пакет, знаешь, что, яблоки, киви, апельсины и даже арбуз она попробовала посушить. Бананы. А бананы тут нету. Съела. Она съела бананы, они так должны были быть. Вот она их всех распакетировала по пакетикам. В пакетике сложила пакетированно. О, вот и нож нашла. Я даже не знала, что у меня такой есть. Так вот,
Вот эти вот овощи, получается, я сейчас сделаю чай. Туда, не овощи, а фрукты. И туда этих фруктов. И мы еще что с тобой решили сделать, Ань? Тандыр. Да. Нет, коптильню. Мы подумали, нафига, вот смотрите, у меня получается вот здесь, вот с этой стороны, есть сломанная ветка, куда я детям запрещаю теперь ходить. И вот там вот еще очень много места. Вообще непонятно, зачем это место там нужно, потому что оно никак не используется, кроме как на качельке покататься. Ну и траву всякую сжем там. Мы вырыем там яму и будем коптить мясо. Правда? И плохих людей. Рыбу, очень вкусная рыба. Это она, вот посмотрите на нее с ножом. Рыбу. Рыба очень вкусная, когда ты с ножом, мама. А рыбу можно коптить вот это, ты знаешь? И мясо можно не коптить. В этой штуке? Ну вот правильно, как раз она мне нафиг уже больше не нужна. Мы новую купим, мы тогда в этой штуке будем коптить. А яму потом вырыем. Ближе к зиме. А когда зима у нас, кстати, наступает? 21 декабря. Ну, обычно в феврале. В феврале. А, ну да. 21 февраля до 25 у нас зима. Вот, чтобы знали, запишите себе. Не приезжать с 21 по 25 февраля на Лазурку, потому что у нас зима в эти дни обычно. Кстати говоря, отличная идея — это подписаться на мой инстаграм Мила Френо. Там есть фоточки с работы, фотки погоды в Каннах, детей, еды, кстати, не только моей, моего мужа, и разные интересные выражения, фразы. В общем, вы можете классно там провести время, ну и просто законнектимся и будем дружить там тоже. Девочки, я... Господи, еще что-то такая красная. Красная? Потому что выпила вина сегодня, поэтому красная, видимо. Книгу дочитала, и следующую вот эту буду читать. У меня одна на французском, одна на русском обычно. Вот эту вот дочитала, обязательно сделаю завтра обзор, потому что вообще не то, что я думала. Вначале я сказала одно, а оказалось вообще все другое, понимаете. Вот просто бывают такие книги, которые ты вообще думаешь, что ты читаешь ужастик, а оказывается это мелодрама. Вот серьезно, мне сны плохие снились из-за этой книги, а потом оказалось, что все, в общем-то, хорошо. И еще я вчера буквально вечером, у меня осталось 35 минут эпизодов серии, но я закончила сегодня утром. В общем, я досмотрела сериал «Ты». Так и приводится. «You». «Ты». Про маньяка, в общем. Ну, не совсем маньяк. Вот, короче, я завтра сделаю целых два видео. Одно про книгу будет, другое про этот сериал, который я рекомендательно... советую, советательно рекомендую. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а у вас можно сделать красивую какую-нибудь прическу? Да. Что-то здесь света у вас очень... Где? Вот тут садится, да? Да. Ага. И я могу выбрать, что делать, или вы сами знаете? Ну, давай. Раз такое дело тут. Парикмахерская открылась. А у вас дорого стоит прическа или нет? Эскесе шех. Ну, спасибо, чуть-чуть. А, нет, не дорого. Ну, давайте тогда, а то я экономлю. У меня просто двое детей, понимаете? И книжки им надо покупать, обувь новую. Вон Теос носил всю нафиг. Ну, это. Так что не до парикмахерских. Ну, раз не дорого, то ладно. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.